Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Kia K5. Мобиль приехал к нам, сделает шумоизоляцию салоном. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Салон мы разобрали, смотрим по дверям. Слушайте, как звенят небольшие куски вибропласта. Также кое-где вибропласт присутствует на полу. Задняя дверь, видите, также небольшая полоса вибропласта. И по багажнику. В багажнике кое-где вибропласт присутствует, вот на задних арках практически его нет, небольшие полосы. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Kia K5, проклеим на пол. В багажнике проклеены задние арки, крылья. Все тщательно прокатываем валиком. По дверям смотрим. Первых два слоя нанесли, двоих будет 4, первый слой вибропласт. 3 миллиметра, второй слой шумопоглотитель Integra 6 миллиметров. Также обработали вибропластом пол в салоне. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia K5. Проклеили шумопоглотителем пол в багажнике, задние арки. Используем Vision 6 миллиметров. Третий слой нанесли в дверях, это у нас вибропласт 2 мм. И также шумопоглотителем Vision проклеили пол в салоне. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы нанесли на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Собираем салон, проверяем, мобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!